Всем приветики! Сегодня ко мне пришла посылочка от Светочки из Германии. Это мой презент по розыгрышу. У нее был конкурс на канале. И я была счастливая победительница. И вот мой приз у меня в руках. Жду не дождусь, когда уже буду распечатывать. Вот. Светочка позаботилась, передала мне через Диму Архамания. Так что спасибо огромное, Дима, тебе и твоей маме. Мама вообще прелесть. Очень обаятельная и приятная женщина. Так что давайте приступим к распаковочке. Вот так это все выглядит. Сейчас я вам покажу. Ой, класс! Так, что же тут? Посмотри на Мику. Этикет. Ничего себе, это для котеек наших. Светик, боже, позаботилась. Глянь на нее. Мика, иди сюда, будем пробовать. Вернее, ты будешь пробовать. Какой открыл? Не знаю. Давай прочитаем. Иди сюда, германский китикет. А ну. Амурчик, и тебе надо? Амур. Ну, короче, такое они у нас любят, потому что мы им тоже такое покупаем. Спасибо огромное, Светик. Очень порадовались котики наши. Лакомство. У котиков вкусняшки. Вот. Презентик. Так, вот такая вот красота, 100% био. Вторая вот такая вот красота. Ой, все, орхидеюшки будут мои довольны. Главное в этом разобраться. Ой, тут еще к чему у Свети будет тебя спрашивать. Тут еще для котеек. О, а тут Алина еще что-то достала. Это палочки. Так, ну я, главное, сразу вижу состав, то, что меня интересует. Так, Микулька, а это что такое? Это палочки. Хрустящие палочки Твикс для котеек. Ну все, коты будут счастливые и довольные. Что тут у нас еще? Ага, еще одна. Не забыли. Ну, приятно такая почти. Да? Это похоже на лакрицу. Что ли? Это для тебя уже. Спасибо, Светик, огромное. Все довольные, все счастливые. И котейки, и орхидейки. И я! И я. Да. Класс. Вечер со сладостями обеспечен. Вот такая вот посылочка, мой подарочек. Я очень-очень рада. Буду разбираться с тониками. Все, всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Спасибо, Светочка, за такие прекрасные подарочки. Все остались довольны. И котейки, и орхидейки, и Алинка, и я. Спасибо. Классно, что у нас есть YouTube, который нас сближает, делает нас роднее, дарит нам такие позитивные эмоции. Так что да, и на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. С вами была Ирина. Все ссылки на каналы я оставлю внизу, на канал Димы Архамани и на Светин канал. Всем пока-пока! Это летучая мышка.